Кто там? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в Ark Survival Ascended. Это типа как Ark 2, только не 2. На самом деле это просто перелопаченный Ark. Мы получим все то же самое, но в более сексуальной, сочной, красивой упаковке. Я знаю, что у вас у всех моя игра в Ark ассоциируется с Пауэрдрищем, с археологами и с этой историей. Но данный эпизод я посвящаю вообще ничему. Мы просто с вами посмотрим игру, не будет поэтому никаких продолжений истории, приквелов, сиквелов и так далее, спин-оффов тоже не будет. Вообще никаких намеков на ту историю. Это просто... Погодите секундочку. Короче, никаких намеков не будет. Просто поиграем, посмотрим, зайдет нам или нет, и сможем ли мы что-то из этого придумать. Сразу же присоединяемся к игре. 64 человека, Island, подключаемся. Хочу, чтобы было куча людей, сражения, ПВП. Ведь с того прохождения я уже стал ПВП-мастером. Окей, посмотрим, как здесь выглядит редактор. Мне нравится. Типы тел. Давайте немножко поэкспериментируем. Мы играем мужчиной. Почему-то шипастый. Пусть будет шипастый чувак, окей. Цвет кожи. А, в этой игре, наверное, будет все более строго. То есть нельзя будет создавать мега-уродов. Нет, все-таки мы можем здесь сделать довольно-таки приятного уродца. Так, это жир на животе. Да, пусть будет немножко жир на животе. Жир на грудаке. Нет, грудак должен быть сухой полностью. Вот, больше чтобы шипы были больше, да. Я не вижу его рук из этого жира, который у него по бокам. Так, давайте они будут, может быть, подлиннее чуть-чуть. Или наоборот, очень короткие. У этого чувака руки в трусах все время почему-то. Так надуваются его плечи, когда самка рядом. Размер ножек. Что, может быть, сделаем толстые ножки? Попка должна быть выпуклая, чтобы красиво было тоже. Так, теперь жирку надо. Человек куриная ножка. Ну вот, прекрасный выживший. Как он выжил, никто не знает. Шипастый, он сам как шип. Шипаштык. Да, пусть будет и. Шипаштык, восстань! Ты тот, кого я ждал? Ты, возможно... Надеюсь, что это так. Чё за магия пришельцев? Прошло столько циклов с тех пор, как я была ею. Не потерял ли я надежду? Я не знала, появишься ли ты когда-нибудь. Шансы таяли. Наверное, я теряю феру. Пока они... Окей. Не прочитал. Ты должен связаться со мной. Все зависит от твоего выживания. Подчини этот мир себе. Сделай союзниками существ, которые его населяют. Нарасти свою силу и мастерство. Исследуй это место так же, как и много лет назад. Соедини все элементы и найди меня, выжившие. Словно про меня прям говорит, словно прям ко мне обращается. Ты можешь быть единственным, кому это под силу. А может быть и нет. Я уверен, ты всем игрокам такое говоришь. Абсолютно всем. От шипаштык, восстань. Как лагает. Слушайте, такое ощущение, как будто я в 2015 вернулся. Игра точно так же тормозит. Но боже мой, как она красиво стала выглядеть. Намного симпатичней, согласитесь. Я, конечно, ковырял настройки, делал как мог, чтобы было, ну, более-менее, хотя бы картинка визуально вам была приятна. Я не хотел делать супер сраную графику, чтобы вместе мы могли насладиться вот этими нововведениями. Мне нравится, что тут туманчика добавили. Добавили вдаль. Очень прикольно выглядит. Это же типа, да, Unreal Engine 5. И посмотрите на растительность. Какая растительность. Ой, как она двигается. Ой, как она растет. Пауэрдрищу бы здесь понравилось, потому что тут кусты стали симпатичнее. Он ведь любит в них спауниться. И вот я уже вижу плот чей-то. Вон дом чей-то. Динозаврик чей-то. Пойдемте знакомиться. Я не знаю, как это будет выглядеть у вас на видосе, потому что столько деталей, скорее всего, картинка просто поплывет. Ну, из-за компрессии YouTube. Не кричи, не кричи, все хорошо. Ч-ч-ч, ты же мой пародрыщ. Можно тебя... А, как я соскучился по этому. Не, ну конечно, картинка очень клевая. А что это за эффект шума там вдалеке? Заходим. Ограбление по-евгеньски. Найти дом, где случайно оставили ресурсы, и просто все забрать. Ой, не посмотрел же на себя со стороны. Может мне просто притвориться динозавром, чтобы меня кто-нибудь приручил, и мне не придется тогда самому ничего добывать. Я буду стоять просто и гадить. А я могу гадить? Я могу, но пока нечем. Посмотрите, какой я клевый. Ой, тут что-то много динозавриков. Все опасно. Идем домой. Вам не кажется, что это какой-то кадр из хоррора? Вот что это за существо стоит в этом доме? Слышите? Человек. Кто-то прыгал.
Человек, let's friends. Он сказал да, он хочет дружить. Вот мой сразу друг нашелся первый. Блин, как динозавр круто скрывается в этой траве. Какая ночь красивая. Давай дружить с ним. Where do you live? У него рыба, рыба, аккуратнее, там рыба. Я только зашел. Отлично, давай вернемся в тот дом. Там халявные ресурсы. Нажми и говори V, кстати. А, вот понял. Привет, привет. Привет, привет. А че он убежал? Это он не дружелюбный, нифига. Так, вы замерзайте, найдите теплое место. Пошли в темное место. Будем жить здесь. Тем временем у нас же с вами прокачка. Давайте прокачивать здоровье. Урон в ближнем бою. Скорость перемещения убрали. Теперь все бегают с одной скоростью. Какое говно. Давайте выносливость тогда прокачаем. Может, нам бегать много придется, скорее всего. Костер, топор, копье, ящик. Пока что все. Так, нам нужно немножко вот этого. Немножко камня. Немножко дерева. Я уже почти полностью загружен. Вот это я классно заспаунился, да? Так, а где здесь был костер? Я видел костер. Блин, как трудно в такой траве разглядеть хоть что-нибудь. И это прикольно, потому что динозавры будут внезапно нападать. Это будет еще страшнее. А, вот костер. Ух. Давайте заберем у него мяса, надо приготовить. Доступно повышение уровня. А че я умираю? Я умираю, потому что еды как раз таки нету. Все, кушаем и живем хорошо. Давайте попробуем сделать все необходимое. Факел, кирку, вот эту штуку сделаем, копье и топор. Здесь не хватает соломы. Пойдемте дерево дубасить тогда. Нет, ну игра стала гораздо краше, согласитесь. Вот это освещение лунной ночью. Какая-то, конечно, оптимизация. Либо мой комп просто очень слабый и стал, не знаю. В целом, мне нет смысла строить дома, потому что я здесь прекрасно живу. О, эти кусты, их так приятно собирать. Ультрареалистичные. О, и один куст можно кромсать гораздо больше. Смотрите, новые ягоды появились. Wordberry и Cyanberry. Короче, зеленый краситель можно здесь сделать и циановый краситель. Итак, нам нужно урон в ближнем бою. Погодите, я уже не буду драться с людьми. Скорее всего, мне нужно, наоборот, здоровье больше прокачивать. Когда будет готова рогатка, мы уже можем. Отлично. И давайте бандану сделаем. Будем сейчас банданы шить. Просто в гигантских количествах. Давайте одну шапочку наденем на себя. Посмотрим, как мы... Очень хорошо выглядим. Человек. Человек. Он меня поджег! Нет! 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 Ах ты ублюдыш. Подкрался ко мне сзади, пока я крафтил шапочки. Массово. Я должен вернуться. Вставай, шипоштык. Побежали туда, где мы сдохли. Ныряй, шипоштык. Надо посмотреть, как ты плаваешь со стороны. Очень красиво. Опа, я здесь. Да что ты взял его? Опа, он все оставил. Он меня убил просто ради удовольствия. Как повезло, что он маньяк. Интересно, а где он находится сейчас? Слышите, где-то только что дерево рухнуло. Вон, аккуратно подкрадываемся. Вон он бегает. Че, за ПВПшим его? В атаку! Мочи, мочи! В огонь его! Я ни хрена не вижу! Мы оба горим! Так все лагает. Я сдох. А почему он не сдох? Но он прокачаннее, чем я, к сожалению. Где это я? Это совсем другое место. Один километр бежать в ту сторону. Ну его нафиг. Ну в смысле нафиг? Там полно ресурсов, я не хочу добывать. У тебя большие длинные ноги, очень сильные. Побежал. Какой я урод. Но при этом прекрасен в своем роде. Да-да, привет, пошел ты. Заходим в лес. Чё-то страшно в лесу, блин. Я всрался только что. Умница. Давайте поедим. Мне не очень нравится здесь. Отлично, я уже почти вышел на то побережье. Ой, надо быстрее до воды, потому что у меня нет воды. Хочу воды. Вода совсем рядом. Чуть-чуть осталось до воды. Кто тут мрет рядом со мной? Или он испугался моего вида? О! Ой, покоцанный я еще забавнее выгляжу. То, что там умер только что рядом. Неважно, это должен быть не я. Пить. Хлебать! О, прекрасно! Так, а теперь давайте посмотрим, где сдох человек. Только что кто-то орал здесь рядом. А ты где? Какой малыш! У тебя было что-нибудь? Ладно, пойдемте к своему трупу. Благо, мы уже хотя бы бегать можем. Мой персонаж — это новый вид разумных динозавров. Первый их представитель. Он как бы альтернативную историю развития жизни на Земле будет показывать. Что если бы рептилии вот такие вот стали разумными? Так, а где я сдох-то? Походу, этот чел меня собрал полностью. А мы, в свою очередь, пойдем тогда соберем немножечко дополнительных ресурсов. О, блин, как из кустов выскочил! Ой! Ой! Черт! Бегу, бегу, бегу! Пошел ты! Пошел ты! Евгений, прячься! Шипоштык! Домой! Домой! Умница! О, покушай! Что? Через стену меня убили, браво! Арк никогда не меняется. По-моему, игра стала просто безумно лагать. Ой, ты плохой динозаврик. А я тоже динозаврик. Мы просто аккуратненько пройдем. Опа, смотрите, там плот плывет. О, very good, мы уже здесь. Ты здесь? Ты в моем доме? Оп!
Смотрите, какой он смешной. Тихо, тихо. Забираем все. Итак, у нас 10 уровень, а значит лук доступен. Каменная стрела. Теперь-то мы повеселимся. И меня выкинуло. И я снова на сервере. И я под водой. Зеленый луч. Это что значит, что я там сдох? Ой, блин. Ты че метнулся? Ну перестань. Шипоштык, не еда. Шипоштык застрянет в горле. Сунешь меня головой вперед, я буду идти на расширение. И точно встряну. Что за супер яркий свет? Или это подачка будет вниз лететь? Это подачка будет лететь. Так, нам нужно вернуться к своему трупу. Уже который раз за этот выпуск. Уж точно не последний. Вы что думаете? Это же я играю в эту игру. Там человек. 33 стрелы. Вот сюда лук. Вон он. Он меня видел? А я его вижу? Я его не вижу. Где он? Чуваки на плоту плывут. Вон он. Аров! Оп! Он решил бегать вокруг. Я не хочу тебя убивать, но ты умрешь. Ой, попал по нему. Что такой живучий? Оп! Подохла. Билли Боб его зовут. Это как мой первый персонаж. Смотрите, какой я большой по сравнению с ним. Ладно, давайте добудем его. Сделаем из него мясо. А теперь я его враг, судя по всему. И он, мне нужно быть начеку. Давайте сделаем огонек. Пусть пожарится мясо. А сами бдим, конечно же. Вот это я за ПВПшил, да? Это то, чего вы ждали все. Кстати, вон те чуваки, которые на плоту плавали. А какого черта? Пойдемте к ним присоединимся. Блин, стало лагать, по-моему, еще сильнее игра. Вот, я чуть-чуть убрал настройки. О, нет, страшная штука. Кто-то... О, боже мой! Нет! Я застрял в нем! Он меня не может укусить, но я не могу вдохнуть! Он кусает меня все-таки! Пожалуйста, не надо! Какая-то тварь! Нет! Нет! Давайте не будем ссориться, друзья! Лот, спаси меня! Помогите! Помогите, ребята! Это же он? Это тот плод, который плыл? Или это вон тот? О, как я спасся! Ребята, тут большой динозаврик, и он меня преследует, и мне это не нравится. Я просто хочу, чтобы вы меня впустили, пожалуйста, чтобы спасти мою жизнь. Моя жизнь важна, очень важна, понимаете? Пожалуйста, впустите, я буду вашим рабом. Друзья, если бы вот такой человек постучался бы в вашу дверь, вы бы открыли? Мне кажется, он вызывает доверие сразу и желание впустить к себе. Куда этот исчез, уродец? По-моему, он нырнул куда-то, да? Он нырнул, чтобы внезапно напасть. О, человек! Hello. Привет, мой друг! Ты меня слышишь? Пожалуйста, скажи, что ты меня слышишь. Ай! О, нет. А, нет, пожалуйста, не делай этого. Я упал. Ну и урод. Вообще не нужно пытаться с кем-то поговорить. Тут все маньяки. И значит, шипоштык тоже будет маньяком. Давай, шевели булками. Ты маньяк! На! Дайте мне забрать того, кого здесь нет. Залутал меня, гад. Нет, я знал, что ты появишься здесь, урод. Но мне нужно было переплыть. А! Виляем. Все будет хорошо. Он не такой проворный. Теперь за камень. Вот так. Вот так. Тихо, отдыхаем. А где он? Такой стоит, смотрит. Побежали домой. Второй раз я переплыл эту реку стрёмную. Река смерти. Что-то за дымка какая-то. У меня очень большая проблема. Эта тварь бегает прямо перед моим домом. А как насчет грохнуть его? Почему бы и нет? Оп! Попал! Возможно, это была моя ошибка. Как думаете, где он? О! Осторожней. Я убью тебя, тварь. Как же сильно я тебя убью. Я тебя убью больше всех. Он кого-то там дубасит в отместку, потому что меня не может, да? А! Ты что? О! Вот ты где, папа! Всадил, отлично. Я тебя грохну. А! Не надо мне. Они его бьют. Он уже вкоцанный. Хочу, чтобы моя стрела его убила. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Давай. Пожалуйста. Давай! Я хочу тебя убить! Ну, пожалуйста! В сраку давай! Ты где, тварь? Оп! Вот он! Давай! Есть! Я могу попасть отсюда! Я убил его! Да! Давайте на мясо его и на шкуру! На сколько левелов я прокачался? На 2! Неплохо, шипоштык! Сразу на 15 левел? Очень хорошо! Итак, мы можем сделать себе целый набор штанишек и кожанок! Давайте прямо это сейчас и сделаем! Давайте посмотрим, как мы выглядим со стороны! Вот это динозаврик цивилизованный! Смотрите, какой я клевый! Так, ну если мы уже победили в ПВП, победили с динозавром страшным, то давайте еще напоследок победим более страшного динозавра! Я про этого чувака говорю. Не, ну я не уверен, что я его победю. Но попытка не пытка, хотя кто знает. Попал? О, попал. Он мне этого не простит, мне кажется. Побежали! Давай, шипоштык! По-моему, я только его взбаламутил, и теперь из-за меня погибает очень много динозавров невинных. Так. Попал.
бежит. Вот теперь файт начнется, кажется. Ой, блин, какой он быстрый. Какой же ты большой. Я просто умер стоя, как настоящий мужчина. Ну-ка, иди сюда. Он бежит за мной. Ой, он бежит за мной. Только бы успеть. В дом. Так, сражаемся. Ты подохнешь, динозаврик. О, он бьет другой дом. Не мой совсем. Смотрите, кровишка. Или он, по-моему, паразавра того бьет. Сегодня много динозавров невинных из-за меня погибнет. Но, надеюсь, парочка виновных погибнет тоже. Я знаю, что это бесполезно, то, что я сейчас делаю. Но вдруг. Давайте пока копье, что ли, кинем в него. Получай. Хорошо попал. Эп. Он перестал бить, кого бы там ни бил, о боже мой. Ты не сможешь ничего сделать. А! Ой, он меня ударил. Ой, он меня продолжает бить. Все, он здесь не достает меня. Отлично. Может быть, я могу его поджечь? На! Заходим, заходим, заходим! Он горит! Мразь горит! Я убил! А! Как я это сделал? Я его поджег и убил! Посмотрите! Я за всю историю арк бы этого не сделал. И сейчас просто на рандоме зашел по фану. Это я убил! Сразу 19 левелов! Я не могу, это было прекрасно. Это... Муа! Итак, мы внезапно за один выпуск до 36 левела докачались. Шипаштык, ты просто гений. Великий воин. Это прекрасное завершение эпизода. Просто по фану зашли в арк и прекрасно провели время. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. И ставьте лайк, пишите комментарии. Посмотрим, может быть, поиграем с вами еще. Может быть, это во что-то интересное выльется. Главное в кайф играть, а не натягивать и высасывать из пальца. В общем, жду ваше мнение, ваш вердикт вот здесь в комментариях под этим видосом. Спасибо всем большое. С вами был Юджин. Всех люблю, обожаю, целую, обнимаю. И всем пока!